А всем привет, с вами Стас, мы продолжаем играть Сталкера Зову Припяти с модом Диверсант. Только что прошел выброс. Где-то тут валяется, я видел горочка трупов где-то. Ага. Я понял где. Нет, не понял. Они вроде и подо мной, а вроде и нет. Окей, зайдем. Хотя как тут зайти по-другому-то? Не понимаю, почему они не могли зайти. Да, вроде тут искусственный интеллект вроде более-менее хороший, но они просто стояли и все. То есть они даже не было попытки забежать внутрь. Ну да ладно, бог с ними. Черт, что ты... да, я как всегда туплю. А, все ясно, собственно, это бандиты. Да, у них мозгов-то немного, все ясно. Так, это мы разрядим, это тоже, это возьмем, пожалуй. Сачок. Так, все, можешь собирать обратно, все это мне точно не пригодится. Хлебушек, так, я вроде уже кушу. Все, собственно, ага, сейчас вот заберем тайник Сидж. CGM, точнее, Сидж, что это? Два тайника. И, собственно, отправимся на поиски курьера, который пропал возле Преображенского моста, где-то там. И заодно на станции переработки отходов заберем какую-нибудь там информацию, либо там сычу. Ну, либо я думаю, сначала у меня была, конечно, версия... Здравствуй, сталкер! Одеть костюм наемников, по-тихому просто туда зайти и... забрать просто компьютер, только один. Но что-то я не любитель такой вот... скрытости и по-тихому все это делать, не люблю я это. Черт. Тем более они все-таки, не знаю, не люблю я оставлять врагов своих живых. Не мой этот метод. Собственно, поэтому я решил все-таки просто завалить их и все. Такс. Тайник, ты где? Что я тебя не вижу? А, вот ты. О боже, вот от тайника. Всегда такого мечтал. Так, подкрепимся, ладно, так и быть. О. У ребят веселуха. Ладно, пусть развлекаются сами одни. Да, в общем, что я хотел сказать-то? Про тайник фантома-то. Я иногда был настолько невнимательным, что не прочитал даже, что тут написано. Оказывается, написано прям русским языком, что в лабораторном комплексе рядом с аномалией Железный лес под лестницей. В лабораторном комплексе. Нет, я полез на крышу, залезал полчаса. А, ладно. У меня такое бывает. Не читая, обычно берусь за что-то и потом вот приводит к такому. Ну хорошо, что не целый час я увел на это дело. Так, вот он, еще один тайник. Психоделин, аптечки и бинь. И что-то еще. Был там, даже не посмотрел снова. Бог с ним, все. Идем. В общем, как получится. Если они начнут атаковать, то тогда сначала перебьем всех наемников, потом там поговорим, если он, конечно, живой курьер с ним. Ну, либо сначала с курьером поговорим, а потом уже перебьем всех наемников. А, вот и паучки. Как их не люблю, а? Так, ребятули. Или что? Да, это паук.
Как не вовремя патроны заканчивать все время. Ладно, на этот раз без смертей обошлось. Так, где остальные? Ну нет, я их потерял. Где? Где я остальные хвалил? Вот. Два, три и четвертый. Все. Можно, кстати, поговорить с Ноем. Я думаю, он что-нибудь может расскажет такое интересное. Хотя, конечно, вряд ли, но... Все же. Вау-вау-вау. Парень, поспокойней. Уходи отсюда. Готовлюсь к новой волне мутантов. А, окей. Нет проблем. Так, может, у тебя что-нибудь тут вкусненькое есть, не? Ной. Смотрю, у тебя тут труп. Как-то он так, где он лежит, получается. Окей, а как туда попасть? Странно. Кто-то кочурился, а меня его даже... Я не могу достать. Сюда по-любому как-то можно зайти. Не, не через эту дверь точно. А может и через эту? Не, все-таки через эту, да. Кто такой? В рядовой зарубин. Что ты тут делаешь, прости меня? Я вообще с удовольствием взял бы, но... Но нет. Ты будешь лишь обузой для меня, поэтому, собственно, бежим. А, вот к портовым кранам еще можно подойти, посмотреть. Тут что-нибудь интересное тоже есть, конечно, вряд ли, но... Вау. Почему у меня так он скачет? Да что ты? Так, а собственно, а, портовые краны, вон они вообще где. Ладно, посмотрим, что там у нас с СВДшечкой вроде бы. Ее взять, прихватить можно с собой. Правда, у меня патронов для нее нет. С собой. Стоп, а куда она делась? Не, ну я так не играю. И почему бандит вообще в меня стрелял? Ну ладно. А, ну и бандит, наверное, скорее всего, который... Хотя фиг знает. Кто-то тут определенно есть. Так, это кто такие тут? А. Двое, трое. Что тут тут? Опаньки, а там кто это? Монолит, квестовый персонаж. Очень интересно. Парень, ты кто такой-то? Леон? Я ранен, не стреляй и умоляю, две пули от наемника, скоро помру, аптечка не поможешь, сталкер, помоги мне. Что? Аптечка не поможешь, помоги мне? Где лайка? Поздно, не вытяну боли больше, помоги мне. Меня предал друг, подставил, а сам слинял. Нужно, чтобы кейс к лидеру моему сможешь, говори скорее, пока я жив. Да, друг, помогу, а куда нужно этот кейс тащить на Припять? А, гони уже, бля, а, мать. К
Когда в Припять сиди в сторону кино, Приметей, там охрана, скажи от Леона киборгу, кейс, тебя не тронут, не ссы, просто сделай. Понял, так и сделаю. Возьми кейс, он на мост лежит. Понятно? Что непонятно? Окей. Это не этот. Я что-то сначала подумал, что это. Интересно, там есть какой-нибудь артефактик? Конечно, звуки пугают, но где наш не пропадал? Мужик, ты оружие-то спрячь. Одна аптечка, никаких артефактов, ясно. Так, это вот поменять все-таки стоит, потому что мало ли нам еще предстоит там буня, а я без открытия течения сразу же и сдохну. Так, выпиваем. Все отлично, можно штурмовать. А, Леон скончался. Ну, окей, чё. Гранатка, это что такое? Высокочастотное радио Грандик. Окей, возьму, мало ли что. Воу-воу-воу. О, на этот раз СВДшка тут осталась. Собственно, погоди, он из Монолита. Что-то как-то не вяжется маленько. Так, ты эти патроны забирай. Зачем они мне нафиг нужны? Нет, сюда я оставлю, пошел все-таки. Вот так вот. А, где? У меня вопрос. Тут. Ну, это тайник. Ого. Ого. Кстати, это чей тайник? Волка. Понятно. Патрончики, ну это ясненько все. Потом сейчас посмотрю, что у нас тут. Так, у нас РПКМ, понятно. А, что у нас, это что такое? Научный медкомплект. Даже так. Так, денежки, это что такое у нас? РПББ. Ну, детектор Велес. Это вот это офигенно точно. Ну что ж, неплохо. Осталось только спуститься вниз и. Спустился. Просто спустился, да.
Дон – важное предприятие в жизни любого сталкера. Найди безопасное место, спрятать так, чтобы ничего не украли. Проснуться вовремя. Чтобы достоверно проснуться, попробуйте ущипнуть не себя, а рядом лежащее тело. Не знаю даже, смеяться или что. Так. Перепрыгиваем. Смотрим, тут обычно что-то лежит. Да, и тут достаточно. Все хорошо лежит. Хотя за... А, ну это, в принципе, не нужно вовсе-то. Так. Так, главное, что патрон взяли, и все. Так, силок. Что у нас там? Там по-любому что-то лежит. Ну, это документ, в общем, по квесту, когда надо будет кровососов, лого кровососов убивать, ну, вынести. Вот по квесту как раз-таки придется прийти сюда и, типа, достать документы, ключи и вот достать баллон с... Я не помню, с каким классом точно, какой-нибудь метилпропан. Хотя, не знаю, в общем, точно. Ну, в общем, суть в том, что я не собираюсь ехать так, просто перебью, чтобы по 10 раз не бегать туда-сюда. Так, это вроде, собственно-то, и все. Там у меня бегают собачки и кто-то еще. Понятно. Собственно, можно возвращаться. Так, фонарь отключаем. Спуститься. Как мне спуститься так, чтобы не сдохнуть? Нормально. Пронесло. Так, ключик, документики. Ну, где-то еще один ключ, в общем, должен быть. Я не помню точно, где он. Кейс Леона. Ясно. Тайничок. Для меня остается загадкой все-таки. Стоп, а ты я подходил к этому? Вообще говорил с лоцманом по поводу курьера, которого он должен был встретить. Но, надеюсь, говорил. Откуда он должен прийти? Откуда-то отсюда? Вообще, точно ли это он? Вот в чем вопрос. Может быть, как раз-таки... Леон, вот этот и есть курьер, что ли? Или как? Я что-то вот не пойму. Это что такое? Отличный GPS-проводник. Так, раз он появился, то есть он вышел. Оп-туп. Это, скорее всего, как раз ему и есть, чувак. Поворачивай глобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. Ты курьер? Сталкер, вали отсюда, пока ноги не повыдергали. Все, все, ухожу. Ну как ухожу? Конечно, не ухожу. Куда вы чё? Наивные. Так, кончаем, урода! Так, следующий.
Надеюсь, это не за мной вертолет. Так, следующий. Еще минус. Главное, чтобы не обошли. Хотя там закрыто же, ведь чё. Может сбить вертолет, а? Чё-то он мне прям... Где он вообще, кстати? А, ладно, не буду. Вдруг там какой-нибудь седой летает, а я его собью еще. Так, тайничок сиджем, что у нас тут? Медуза второго разряда. А, не бой жесткая. Надеюсь на это. Хотя, в принципе, не суть. У меня есть выверт, который, в принципе, хорошо очень выводит радиацию. Так, смотрим, что у нас тут, парни. Это было близко. Однако... Собственно, и все. Так, это калаш взяли. Хотя я ЛРочка. Нафиг ее. Так, что где-то еще-то, ребята-то? Так, что у тебя? Вообще, в принципе, мне это нафиг не надо ничего, хотя, с другой стороны, можно в утиль все это сдать и хотя бы какие-то денежки получить. Так, хавку берем. Тут ничего. Так, ладно, да. Все-таки снимем и... Так, медуза, посмотрим, что у нас тут. Ух ты. Вот это прикольно. И еще плюс этот. Ну, это вообще будет замечательно. Мародерствуем, в общем. Что тут еще? Чем тут больше все равно заняться больше нечем. Берем все, что неровно и ровно лежит. Собственно, что это и все, что ли, получается? Хотя да, тут вот еще третий этаж точно. Еще трое. Так, вот наш последний клиент. И на этом все. Разряжаем все, прицел соединяем. Так, вроде все. Ну как все, еще надо вот тут ноутбук лежит, надо его тоже забрать с хавкой. И, собственно, можно возвращаться назад. Правда, с курьером я так и не помню. Походу, я у лоцмана так и не спросил.
по поводу курьера, что-то мне казалось, я вроде спрашивал. В общем, вперед на Скадовск, там уже спрошу у лоцмана, если он ничего не ответит, то, соответственно, я, значит, спрашивал, буду искать его тут. Да, вот, собственно, я его нашел, курьера, наконец-то. А я сходил на Скадовск, дошел до Скадовска, и лоц мне ничего не ответил, значит, я, ну, понял, что я у него уже до этого спрашивал. Соответственно, я думаю, что это вот он, курьер. А, сталкер, возьми, держи аптечку быстро. Не стоит, бери мой КПК, ах, наемники, здесь скоро уходи. Я передам его информатору, держись. Собственно, вот и все. Ну и где-то здесь. Да. Так, и еще один дед. Я не понял, правда, с кого он стрелял, честно. Ух ты, две медузы, а. Это хорошо. Так, что у тебя тут, Синдж? Жаль, я его не могу донести. Хотя, ладно, можно выкинуть вот этот. А, еще нужно что-то. Так, а как можно продать вообще? Так... Черт, со мной не помещается. Ладно, вот эти 2К я тоже скину, пожалуй. РППБ, это вот хорошо тоже. Пригодится. Так, последние два. Ой-ой-ой, блин, как их... Ротанчики. А, теперь понятно, в кого он стрелял, скорее всего. Ну, там, кстати, такая кучка-то, я смотрю, прям зверская вообще. Ах, черт. Так, придется тебя скинуть. Ух ты, винтарь. Винторез, точнее, грубо говоря. Не грубо говоря, винторез. Так, скидываем, скидываем. Так, последний чувак. Аптечка. Ладно, возьму. Нет, кстати, я тут же еще одного завалил, кстати, говорят. Или я его обыскивал. Да, жалко, что у меня нет Геркулеса, на самом деле. Так, что можно вот это скинуть, можно? Все. Можно идти на Скадовск. Что, кстати, что я узнал? Где он? Я тогда его поднял и не прочитал, потому что это GPS-навигатор, а это GPS-проводник. С помощью него можно телепортироваться в любые места. Кстати, вот вообще тоже читерская штука такая. Чтобы долго не идти куда-то, можно просто телепортнуться быстренько куда угодно, на самом деле. Ну, то есть не куда угодно, а вот только по локациям, которые... Ну, то есть на Земснаряд, вот, на Шевченко, еще куда-нибудь можно, на Скадовск. Но, правда, весь прикол в том, что, конечно, она одноразовая. И это очень плохо. Да, идти я буду, чую, очень долго.
Поэтому я вот подумаю над тем, что, возможно, все-таки стоит телепортнуться. Не, хотя вот я схожу на портовые краны. Там, может быть, что-то очень интересно. Хотя, конечно, вряд ли. Я уже счет везде только... А, хотя вот я на лесничестве не был. Да, я тут еще, кстати, ни разу не был. Так, где собачка? Это не по мне. Да и ёшкин кот, но... Что теперь скинуть? Столько барахла, я даже не знаю, что скинуть, а? Черт, а, ладно, Сидж, скину Сидж, фиг с ним. Давай, восстанавливай быстрее свою. Вроде и поел, а, ну и, кстати, вот то, что я не использовал энергетику, это, конечно, вот, будет восстанавливать намного быстрее сейчас. Силы. Так, что тут, ребятки? Что за разборки? Но. L85. Или. Или. Энфилд. Ну да. Он самый. Так, что будет дороже? Фиг знает, что будет дороже. Но он Энфилд тяжелый. Не, скину его. А, только что живые были все. Мне так казалось, что живые были. Так, тебя ничего. Тебя что тут? Это уже Энфилд. И... Ну вот, кстати, вот... Акар зарядить можно. Нет, так. И выкинуть, соответственно. Так, смотрим, что тут. Так, значит... Кто их всех завалил, или как они... Как так? Получилось, что кто-то все умерли. Просто все. Так, ящик, значит, ничего. А, тут что у нас? Патроны. Так, тайник найден. Можно будет скинуть. Тут у нас... Да, ладно, последний инструмент, который можно было найти. А, да, для калибровки точно, кстати говоря. Так, скушаем. Все, отлично. То есть я нашел все инструменты для кардана. Это вот, это офигенно. Это действительно офигенно. Так, сейчас я поправлю мышку. Что за труп? Вот я бы сейчас ушел, а? Ой, я бы сейчас... Да, прям вот... Как знал, а? Каменный цветок, что он там у нас? По-моему, с хим что-то там связано. А, пси. Ну, я не помню точно, я как-то... По Золопрепяти тут другие... Немножко... Дают характеристики... артефакт. Ну и выглядят они, соответственно, по-другому, но более-менее запомнил. Так, все вроде. Значит, Скадовск. Да, это Скадовск. Давай, что тут? Я, кстати, у него взял-то... Флешка крюка. Кстати говоря, блин, сейчас, возможно, так получается, что... А, нет, все нормально. Ну вот он тайник. Так, посмотрим, что тут еще по флешкам. Не, все. Флешка. Хребета не было флешки. Окей, окей, прячу, прячу. Так. Че кому мне нужно дать? Вон туда и. Так, о, кстати говоря, у нее же есть хавк. Заныкал сталкер на дереве хаба. Ну и как-то вечером решил проверить.
Так, вот они точно не нужны, я не пользуюсь никогда. А вот покушать можно будет оставить. Сыч, принимай инфу. Так, думаю, тебя заинтересует. Окей, так, сначала смотрю, высокочастотная рация. Нашел я около мертвого модолитовца. Лица на затоне, как его угрозило. Ну ладно, 2,5 дам за нее. Так, а пригодится ли она мне? А, ладно, забирай, я думаю, она мне точно не пригодится. Получен предмет, апгрейд ножа, тем более. Так, думаю, тебя заинтересует КПК наемники по кличке Крюк. Ну да, забирай, собственно. Так, по кличке ребят тоже забирай. Так, ну вот, 2 куска. Секретные документы. Вот плохо, что я, конечно, ключ не нашел, а? Второй мог бы еще открыть, а хотя, в принципе, какая разница? Так, работа... Так, работ нету. Продаем, значит, СВД при АПК я оставлю. ЛР-ку продаю. Так, что у нас, браунинг? Берет. Что я их все время путаю, а? Глушитель. Нет, не надо. Спасибо, патроны пока приберегу. Хотя и глушитель тоже можно оставить пока что. Мало ли что. Так, мы, собственно, и все. Иди, нечего. Так, Карданыч, синяк мой родной. Я тебе принес инструменты для калибровки. Это класс, ну даешь, как ты все находишь. Теперь у меня полнабор, ха! Могу и зажигалку пулемет собрать, но ты не преувеличивай. Помню, в свое время я получил мастер боевых систем. Чуть ли не в конце игры. А то так получается, что... Да. Чуть ли не в самом начале игры я уже собрал все инструменты и могу ему сбагрить. Так, тремор. Такс. Что можно, значит, я складываю, пока пригодится. Тоже, возможно, СВД. Хотя СВД, зачем мне СВД? Можно будет потом купить просто у шустрого там рысь. Опа, что тут? Получено 1070 рублей, офигеть, а? Так, это не надо. Спасибо, все, забирайте. Так, смотрим, психоделин. А, во, информатор нужно было дать, точно, я забыл совсем про это. Психоделин 1 оставим, я думаю, мне много не нужно. Конвертер для гранат 2 уже мне. Шоколадка, это все пока скидывают сюда, не нужно будет, все продам. А, кейс Леона. В Припять. С другой стороны, не, 50 полкилограмма может быть, хоть и немного, а в критической ситуации как раз будет и 50 килограмм, полкилограмм-то и перебор, то есть он мне не сдвинется. Так, ладно, тоже скидываем патроны, скидываем. Так, это все тоже скидываем. Минус 2, а это у меня сколько дает? Минус 3, ну ладно, пока скидываем, это тоже. Фугасный оставлю, это скинем тоже. Скидываем. Так, вроде все. Хотя нет, погречился еще, вот тут у меня есть. Это все нужно, да, вот это еще. 2, осталось еще одну челюсть, щупальца, точнее говоря. И все, заданием Тремора покончено, можно будет его пристрелить.
Собственно, да, все. На этом так. Иду я к информатору. Отдаю информатору. Так, я по поводу задания, вот пока с данными о модификации штурмовых винтовок, правда, провозиться пришлось, твой посыльный погиб, угодил в засаду наемникам. А с ними покончено, все равно кто-то знал о твоем деле, советую тебе быть аккуратнее. Замечательно, думаю, кардан наконец-то перестанет бушевать. Вот твои деньги, а насчет наемников. Очень благодарен тебе, впредь придется быть сторожем с заказчиками. Два кристалла дал, офигеть. Так, стоп, а я, кстати, ведь... Так, кейс, монолитца, вынужденная помощь, три товарища. Ага. Собственно, на этом, кстати, говорят, и все. Хотя надо вот еще два товарища баржа-шутника найти, и можно вообще, в принципе, уходить. Зато найти на Юпитер, на Янов. Разбираться там со всеми делами. Так. А, это что у нас? Апгрейд наш, да. Окей, научебник будет. Это у нас Волкер. Но это, конечно, не так офигенно. Кристалл. Ну, собственно, на этом-то и все пока. То уже, да, время прошло достаточно много. С вами был Стас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мое видео. Всем удачного прохождения и пока.